Здравствуйте. А Игорь Николаевич мы можем найти, нет? А кого можем увидеть вообще из руководителей, из заместителей? Пойдемте. Здравствуйте. Телевидение Коломгайское. Да. Хотели бы встретиться с вашим руководителем профсовета. Но придется с вами. Знаете, по какому мы вопросу? По вопросу Валентины Дмитриевны Гусенковой, по-моему, да, всего происходящего. Вот, может быть, вы нам как-то прокомментируете, что там вообще за рейдерский захват территории, почему оно так? Ну, как такового там захвата территории нету, потому что по карте эта территория получается как технологический проект. Заявление она написала только вчера, приходила, что у нее вот получилось, что спили деревья. Ну, деревья там были старые. То, что было рядом, молодые поросли, они тоже как дикорастущие были, что вот просто они насеялись и на мусоре выросли. Вот все, что я... Ну, а вот человек, который вообще, который это все делал, он какое отношение имеет вот к этому зданию, к этому проезду? Вот кто этот человек? Ну, здание это купил вот с Гая. Кто-то вот оформили вот в собственность, землю оформили. Эту территорию, я как поняла, он занимать не собирается. Что просто вот было заявление еще от одной жительницы вот той же стороны, которая просила, чтобы технологический проезд вот именно оставили, потому что сейчас вот получается новый владелец земельного участка, и что она боялась, что он загородит все это, и ей невозможно будет провести сено. Вот, допустим, они хотели, чтобы технологический проезд оставили и срубили при этом деревья? Или, ну, не знаю, они говорили, что они обращались в лесной фонд. Лесной фонд им сказал, что если деревья как старые, то их убрать в принципе можно. А вообще, а как так сложилось, что муниципальная собственность ушла в частные руки? Ой, нет, это уже вопросы не к нам. То, что эта собственность была... отдела образования, да, наверное. Ну, вашего сельсовета. Ну, Гайского района. Да, Гайского района, да. То, что я не... А это правда, что сейчас вот этим делом как бы вообще прокуратура заинтересовалась, что там... Нет, я не знаю. То, что заявление Гусенкова вот, Валентина Дмитриевна принесла мне только вчера. Мы еще не начали работу, поэтому... А какую вы планируете работу вообще провести? Ну, узнать, сходить, что у них, как... в администрацию вообще района собирались отписать, Гайского, этими делами у нас, если спорные какие вопросы, занимается администрация Гайского района, не мы. То есть вы как бы полномочий на вас нет, таких нет? Нет, таких полномочий. Понятно. А вообще вот человек, который взялся за спиливание этих деревьев, у него есть документы? Потому что, насколько нам известно, что у него даже нет документов, подтверждающих право на землю, право на эту собственность. Ну, вообще должны быть, я не знаю, то, что продавали организация, вот я же вам говорю, Гайского района, я не в курсе. Но вообще землю он, по-моему, оформлял. Ну, как там, что, я правда не знаю, я еще не разбиралась понятно. С этим вопросом. А вообще, что он там хотел сделать, вы тоже, да, не в курсе? Да, нет. Понятно. То, что просили вот там сделать, вот Алексеева Нина Николаевна приходила, просила, что сделать там, вот именно технологический проезд.